Привет, я Стас Давыдов. Сегодня день рождения Говарда Лавкрафта, а это значит, что в выпуске просто обязан присутствовать какой-нибудь Ктулху. Поэтому мы начнем с видео про азиатку, которое прислал Асян666. Боже, вся моя жизнь сплошной обман! Ладно, все свои журналы с азиатками я выкину. Но кто мне вернет мое напрасно пролитое семя? Вы представляете, ведь все милые азиатки могут оказаться этим! Блин, вот все девушки так же. Ночью симпатичные, а на утро в тыкву превращаются. Кстати, такие видео — это свежий южнокорейский тренд. И оно называется «Значение углов». И таких мутирующих азиаток на ютубе немало. У одного моего знакомого девушка тоже выпустила такое видео. И теперь она его бывшая девушка. Слушайте, так может Ким Чен Ын всегда с неправильного угла фотографируется? Блин, может мне тоже так попробовать? Значение углов. Блин, ну почему на меня оно не работает? Ну как был уродом, так и остался. Да, видимо, без длительных тренировок тут не справишься. И это хорошо. Второе видео прислал Андрей Крепких. И оно наглядно демонстрирует нам, почему людей часто называют стадом баранов. What do you want? When you want it? Выглядит как любая воодушевляющая предвыборная кампания любого политика в любой стране. Хотя нет, больше похоже на презентацию какого-нибудь нового продукта от Apple. Hey, you want it? Who's your daddy? Блин, это такой крутой овечий тренажер для юного диктатора. Кто мы? Чего мы хотим? Когда мы этого хотим? Бараны, это же были три разных вопроса! Кажется, они просто хотят, чтобы я заткнулся. Лучше с ними не спорить, их вон как много. Целых 1, 2, 3, 4. А вот это видео с канала чувака, который очень любит черепашек-ниндзя. Но развирусился один вырезанный из его видео кусочек. Вот он. О, привет! Ну, раз уж ты тут... Выпрыл сиськи! Да, ну, раз уж ты тут, я знаю, что ты фанат этого мультика, так что расскажи, пожалуйста, вкратце, чем же он отличается... Сиськи! А теперь Зангиев в форме песни расскажет нам, чем же старый сериал про черепашек отличается от новых. Сиськи, 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 крэнк. Сиськи, 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 технодром. Да, самая грудастая песня из тех, что я слышал. Конечно, это не совсем описывает отличие именно черепашек-ниндзя, потому что примерно в то же время я смотрел «Х-менов», «Фантастическую четверку», «Бэтмена». Блин, нам все детство навязывали сиськи. Хотя, я не против. Сиськи, 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 крэнк. Сиськи, 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 технодром. Даже если бы я никогда не смотрел «Черепашек-ниндзя», после этой песни я бы понял, что это хороший мультик. Но все же жаль, что Шреддера и Сплинтера не упомянули. И это... Хорошо! На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда. До пятницы. Я обожаю интернет! Бараны, это же были три... Да, вот так. Значение углов.